Всем привет! Сегодня к нам обратился клиент из Московской области, город Одинцово. Нужна полиуретановая эмаль для покраски лодки «Крым». Заказано два цвета. Верхняя часть лодки будет краситься ярко-красным цветом 30-20 по каталогу «Урал», 1 литр. И нижняя часть лодки будет окрашена в белый цвет 90-16 по каталогу «Урал», 2 литра. Краску мы уже приготовили, сейчас будем переливать их в пластиковые емкости для более надежной доставки до города заказчика. Дополнительно к краске клиент заказал грунт фосфатирующий по алюминию, также две банки грунта акрилового наполнителя, растворитель акриловый, он идет и в краску, и в грунт акриловый, плюсом обезжириватель и герметик. Если вам также нужна краска для вашей лодки, пишите в комментариях к этому видео, заходите на мой сайт, пишите в Viber, WhatsApp, заходите в мой телеграм-канал, всем отвечу.